Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис. И сегодня мы поговорим, что я вам могу подсказать, что где взять деньги в долг. Бывают такие ситуации в жизни, что вот срочно нужно занять немножко денежек на карту. То есть, чтобы получить на карту. Есть несколько онлайн способов. Законных, официально это все зарегистрировано, все это проверено, все это работает. Ссылочки на эти способы вы найдете под этим видео, но в любом случае я вам говорю, что вот это, если этим пользоваться, ну очень в крайних случаях, и очень не рекомендую этим заниматься каждый раз. То есть, если вам вот приспичило, да, зарплата осталась 3 дня, а деньги срочно нужны, то можно воспользоваться этим способом. То есть можно обратиться к этим онлайн-сервисам. Если у вас есть компьютер, подключение к интернету, заходите, просто нажимаете, вводите свои данные, вам выдают энную сумму денег, потом вы возвращаете. Вот таким вот образом можно сократить свое время или сократить вот именно то ожидание зарплаты, которое у вас есть. Но, с другой стороны, если вы пользуетесь этим постоянно, то это уже входит в привычку. Я уже соскочил с этой иглы. Но раньше я занимался тем же самым, что... Ну, поэтому я и рекомендую вот данные сервисы, которые вы найдете в описании под этим видео. Все проверено, да, деньги главное вовремя выплачивать, и тогда все, проблем никаких не будет. То есть деньги приходят за... Вы подаете данные свои, берете энную сумму денег, деньги приходят практически моментально после подтверждения данных. Никуда ходить не надо, просто из дома заходите с своего компьютера, с телефона, нажимаете по этим ссылочкам, заполняете данные. Если у вас паспорт под рукой, там данные под рукой, то можно с телефона это все сделать и взять энную сумму денег. Ну, опять же говорю, не берите много, не берите мало, берите столько, сколько вам надо. Я с этой иглы слез. Если вы хотите узнать, как я слез с этой иглы, как я начал зарабатывать в интернете, как у меня это получилось, как я уже много лет не беру в долг, то можете обращаться по контактным данным, которые вы найдете под этим видео. А так, если вы нужны, если вам нужны деньги, если вы нуждаетесь в деньгах, то ссылочки в описании. Если вы хотите у меня денег занять, сразу говорю, я денег в долг не даю. И это мой принцип. На этом заканчиваю. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, пишем вопросы. Если видео не понравилось, ставим дизлайк и пишем, чем видео не понравилось. На этом заканчиваю. Всем большой привет. И не пользуйтесь, не берите деньги в долг. Ради бога, я вас очень прошу. Все, всем привет.